Тем временем в институте появляется новый врач, челюстно-лицевой хирург Кривицкий. В Склифе он встретится с актрисой Еленой Яковлевой. Дуэт, с которой в сериале «Каменская» когда-то сделал из театрального актера звезду экрана. Герой Ильина – хирург, проживавший много лет в эмиграции. Зачем спустя 30 лет успешный израильский врач возвращается на родину? И что за скелеты скрывает он в своем шкафу? В семейной жизни Брагина и нейрохирурга Марины не все гладко. Сможет ли Марина устоять перед славой, которая на нее обрушилась после проведения уникальной операции, и сохранить семью? У Нарочинской также появляется тайна, которую она никогда не решается поделиться с любимым человеком. В последней серии прошлого сезона Брагин доставил Нину в Склиф после попытки самоубийства. Он уверен, что до такого состояния Нину из ревности довела властная Павлова. И пока врачи Склифа борются за жизнь Нины, у ее постели дежурят сразу двое любящих ее мужчин. Санитар Аскеров и внезапно вернувшийся из-за границы Неклюдов. Костя вместе с Сашей доставляют в Склиф молодого человека Кирилла, которого Костя, защищая Сашу, избил до полусмерти. Кирилл в коме, в тяжелом состоянии. Косте грозит 12 лет тюрьмы, но несмотря на это, он готов сделать признание. Однако Саша всеми силами отговаривает и его, ведь если Кирилл умрет, дело можно будет замять. А посмотреть седьмой сезон многим полюбившегося российского сериала «Склифосовский» вы сможете уже в начале 2019 года. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте видео.